учителями. Являясь продолжателями знаменитой школы Бухарского Шашмакома, Атар Джалила и его ученика Левича Бабаханова, знаменитые мастера делились с Илюшей своим опытом и знаниями, рассказывая ему историю и музыкальную красоту мелодии, нюансы исполнения каждого макома и его духовного предназначения. Илюша впитывал в себя советы уникальных музыкантов, как губка, записывал тексты песен, запоминал мелодии, и когда оставался один, играл и пел, пел и играл. Помимо свадеб и концертов, Илюша участвовал во всевозможных музыкальных конкурсах.